К другим темам. Губернаторов предлагают сделать ближе к народу. В Госдуме выступили с инициативой сокращения зарплаты глав регионов. Авторы идеи считают, что такая мера поможет губернаторам почувствовать, как нелегко живется россиянам в период кризиса. Подробнее об этой и других инициативах в обзорном материале программы. В России появится новая социальная сеть. С инициативой создания выступили в Федеральном агентстве по делам молодежи. Называться соцсеть будет «Молодежь России». Информационная система станет гибридом популярных ресурсов и площадок для общения в интернете. На подготовку концепции новой соцсети готовы потратить 6,5 миллионов рублей. Авторы инициативы считают, что через эту систему молодые люди смогут получать актуальную информацию, подавать заявки на конкурс молодежных проектов и создавать собственное социальное портфолио. С нового учебного года в российских школах появятся уроки музыки нового типа. Вместо лекций учащимся предложат занятия в игровой форме. На них рассказы о музыке будут сочетаться с применением современных мультимедийных пособий. Также будет практиковаться игра на музыкальных инструментах и обучение основам музыкальной грамоты. Пробная программа для учащихся начальных классов будет введена в нескольких школах России. Губернаторам могут сократить зарплату. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. В качестве варианта называют снижение оклада на 10% и его ограничение 15 минимальными размерами оплаты труда. В этом случае заработок глав регионов составит от 60 до 90 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов инициативы, этот шаг будет знаком солидарности с народом.